Я не клоун вам. Я пострадавший человек. 64 года меня мордовали, преследовали, незаконно посадили. Я 13 лет в тюрьме находился под конвоем. Собаки, автоматом. Вот что меня давили. Это была моя первая история. Я только переехала в Москву, и мне дали задание. Найди историю такую, чтобы цепляла сердца. По-моему, писал какой-то журналист, что вот есть такая история. Мужчина невиновно отсидел 13 лет и пытается добиться компенсации, пытается добиться реабилитации. Прошло 50 лет с момента, как он вышел. Небольшая башкирская деревушка, все друг друга знают, вроде бы все дружат друг с другом, по вечерам собираются, играют в домино. И мальчишка Наиль Саидбаталов ухаживал за Марьям. Но Марьям нос воротила, как первая красавица на деревне. И в какой-то момент 18-летний парень понял, что же это такое, Марьям не отвечает мне взаимностью. Так не доставайся ты никому. Ночью выпил самогонки для храбрости, пробрался в дом, лезвием порезал в полной темноте ей лицо. Это деревня, фонарей нет, вообще даже село это невозможно разглядеть, хоть глаз выколи. Ну и все, избежал и скрылся. ...23 мая случился в какой-то моей жизни эта трагедия, перелом моей судьбы. У них, соседов Рахматуллин Марьямы, произошло происшествие. Им нанесли рану на лице. Матуллина Марьям прибежала к нам сразу за помощью. Потом никому другому, только к нам прибежала. Когда она открывала, у нее кровь просочилась. 2 капли на мой пиджак. Галюлин сразу приехал. Посмотрел одним глазом, я тебя уничтожу, говорит. Я говорю, перебьешься, я говорю, уничтожишь. Я ничего не делаю незаконного. Я не осмыслил, что может оперуполномочен так безвинного человека поставить. Я никогда не думал. Мы были знакомы ее сестрой, но у нас не было такого серьезного отношения, просто дружили. Ну, я на нее не женился, я своей девчонкой женился. Вот после этого проблемы начался. Он начал очень обиделся, что я не женился. Весь вот эта ситуация создался за это проблема. Готово. Бабушка с молоком пьет. Искал вещественные доказательства. Прямо говорит, это, протокол вещественного доказательства. Галер меня начал арестовать селом. Я говорю, ты что, я говорю, меня как начали бить? У тебя собака, говорит, нашел. Ты преступились, давай признавайся. Заставляли подписывать протокол ее составленный. Я сразу говорил, я все равно, я не сделал преступление, я все равно докажу. Меня больше ничего не интересует. 28 числа ночью заходит Галилин Камир. Уже говорит, приговор у тебя все готовы, говорит. Я тебя 4 свидетеля нашел, говорит, приготовил, говорит. Их заставили показать, что якобы видели меня на улице. Видели, ну что, я говорю, Галилин. Эдер Кителяр. Эйде. Эйде, 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 алар, демейлер сене, чүрелер бенді, чүрелер алар. Я
я к нему заранее как-то прониклась, потому что он мой земляк, мы с ним очень тепло пообщались по телефону, и у меня вообще даже ни йота сомнений не было, что он действительно невиновен, что он сидел и просто 13 лет вычеркнул из своей жизни. Это оскорбление, это унижение, это такой ад прошел я. Конвой, собаки, эти автоматы, за дворы шел не один год, ведь 13 лет. Кто не почувствовал, кто не испытал, я думаю, это представление у них просто так. А чувствуя, не могут, как тяжело это все. Ну, мы сейчас едем, где я родился. Мякинский район, село Большой Каркалы. Меня потому что там племянники, племянницы еще там достаточно много еще живут. И нормально живут. Вот приехали. А ты знаешь, что ли, его? Мой ученик же, мой ученик. Да? Ну. Ну, хорошо. А где моя Боня? Боня вот здесь. Боня. Боня? Его привязали, чтобы никого не трогал. Чужих. А ты привязал? Ага. Меня надо, угостить надо. А то... Боня, тебя привязали? Ой, ты хороший. Ой, ты хороший. На. На. Он не кушает, обиделся. Боня, ну, Боня, привязали, ты обиделся. Ох ты. Когда я родился, он уже сидел. И вот уже когда я себе помню, говорили вот то, что у нас еще один брат, там не то, что говорили, вот навещать родители ездили. И вот тогда я же не знал еще, что к чему. Думал, вот, наверное, так он злой, какой-нибудь преступник, если раз сидит. А когда вот впервые увидел, оказывается, нет, уже когда повзрослев, узнав, чему это, в чем дело. Где родился я, вот дом, вот вместо фундамента чуть-чуть заметно остался. Остальные все стерлись. Стоял дом. Стоял. Вот и здесь. Вот. Фундамент даже остался. Вот он. Видно. 64 года все они рассосались, вот, видишь? Другие люди заняли, место все разбросали. У нас по обычаю уже должно было оставаться младшему сыну. Вот он младший сын. Я младший сын, меня нету 64 года. И все, вот таким образом? Таким образом все уничтожили. Когда меня арестовали вот этого дома, у меня остался жена, сын, отец, мать. Они тоже умерли. Сын умер. Бесхозный остался вот эта усадьба моя, который мне принадлежал. Дом вот этот, который потерпевший. Где происходило происшествие? Вот дом. Здесь жила Рахматуллина Марьям, Рахматуллина Сабира. Вот этот дом у них маленький, неухоженный был. Сейчас уже другой семья, кто-то другой живет. Можно его зайти? Вот сейчас я вам покажу, где это. А что меня тут заходить? А что тут потерял-то? Они уже умерли. Умерли они уже. 50 лет уже мы тут живем. Марьям, она переехала в Челябинскую область. А Челябинская область? Если бы она бы ко мне не пришла, меня никак уж не могли бы, в конце концов, арестовать. Все делал для них хорошо, все помогал туда-сюда. За медвежью услугу я получил такой трагедии в жизни. А Марьям, ну это просто сосед, она тоже ничего не понимала, она не давала показания против Фаткулы. Но Наиль зацепился за это. Просто ему вот так подвернулось удачно, и он сказал, я видел, как Фаткула пробрался в дом. Сидел на крылечке, курил, и тут вижу, Фаткула взламывает дверь проволокой, пробирается, всех режет, и потом быстренько к себе домой. Но этого было достаточно для того, чтобы сломать полностью жизнь человеку и садить его на 13 лет. И плюс еще показания свидетелей, помимо Наиля, которые видели, якобы нашлись еще друзья Наиля, которые тут же собутыльники подхватили эту легенду, что Фаткула вошел в дом и всех перерезал там. Все братья вместе тут уже все. Это все рассказывается.
когда уже приговор вынесли, отправили меня в тюрьму и отправили в лагеря Республики Башкортостана. Я по всем лагерям был Республики Башкортостана. Как меня арестовали, я ни одного ночи не знаю, как нормальный человек спит. При возможности я только ходил. Камеры маленькие были, 2-3 метра. Я ходил туда, пока я не упаду. Через 2-3 месяца я писал жалобу, как ответ приходит, правильно осужден. Вот это как проглотить. Я, когда получал ответ, подписывался, я уходил, не чувствовал, под ногой землю не почувствовал. Такой удар каждый раз. Вот, 13 лет это... Через каждые 3 месяца без конца я писал, без конца такой ответой. И ведь при том у меня же остался жена, сын, отец, мать. Жена переживала сильно, она очень сильно переживала. Только единственное, она у нее в объятиях я спал эту ночь, и меня вот столько 15 лет дали. Она не могла его переносить через себя 28 лет. Она скончался. 28 лет человек. Кто есть там? Собак есть? Нет. Пошлите. Здравствуйте. О, здравствуйте. Ой, вот моя любимая. Вот племянница. Заходите. Свет? Конечно, я же вообще не вижу. Во. Ах ты! Вы из меня лежу. Во! Вот. Клуб здесь получился. Она без меня очень сильно скучает. Она, если встанет, этот туалет по-легкому, я не сплю, она приходит, смотрит меня, как бы... Я говорю, смотри, ты дома или нет? Понаслышке, то там, то здесь рассказывали, что вот самый младший брат моего отца находится в тюрьме, поэтому изначально было мне не то, что интересно, но... Просто много было вопросов, а когда я уже повзрослел, начал задавать вопросы, я уже понял, что он сидит незаслуженно. По рассказам он был очень добрый человек, хотя он хулиганистый был, у него были как всякого пацана и какие-то правонарушения. Но тем не менее, он, про него рассказывали Боня, только хорошие. Как он сам рассказывает, хотя это, наверное, не очень хорошо, но он тоже там не растерялся. Он был одним из этого не авторитетом, а ну, заслужил авторитет среди персонала, те, которые сидели, те, которые, наверное, охраняли. Вот так я знаю, так чувствую. Он, наверное, не растерялся нигде. Если бы он не попал туда, он, может, был, стал бы великим человеком, я так думаю. Когда я находился в местах лишения свободы, я работал на производстве в большой комбинате, в мебельной большой комбинате, вот в Малиозе работал, Итакана Мартыри. Я уже вышел начальником производства на большой комбинате. Я вот до такого... добился своим тяжелым трудом, поведением. Ну, наконец-то они подготовили
час, начальник спецчас меня приглашает, говорит, вот глава Дмитриевич, вас, говорит, срок сняли, вас, говорит, освобождает. Ну, я говорю, большое спасибо, я говорю. Без эмоций. Я уже улыбаться-то забыл. Я ни радость, ничего я не чувствовал. Дальше я говорю, так же, может, легче будет, я говорю, на свободе, я говорю, добиваться, чтобы доказать свою непричастность к этому преступлению, я говорю. Как птица же есть, это... Гнездо. Гнездо. Разорили меня. Вот остался, вот смотреть, фотографировать. У меня дом был, сверху там сарай был, баня была, все ухоженные, колодец, родник, все было. Сейчас нету, вот показывает. Я вот посмотрел, расстроиться я не могу ничего говорить. Мне тяжело вот это все вспоминать. Меня живым закопали могилу. Разорили меня полностью семью. Я же не чувствую себя как человек. Улыбаться я забыл. Понять надо, меня вот вспоминать это отца, матери, жену, сыну. Они перед глазами, вы же, я вас не вижу, я их вижу. Мы приехали в эту деревню, как-то поспрашивали у людей, кто где. Опять небольшая деревушка, все друг друга знают. По Царанском где-то, в Мордовии. И вот я вижу дом такой полуразвалившийся, как избушка на курьих ножках, можно сказать. Сидит мужчина вот так вот просто на крыльце. Ну, не пил, не курил, просто вот так вот сидит. И я подхожу к нему и вижу, что у него на руке нет пальцев. И это оказалась именно та рука, которую он порезал всех девушек в доме. Ну, я подхожу, говорю, здравствуйте, вы Наиль Саидбаталов? Он как-то даже не сразу отреагировал, потом говорит, ну, да, что такое? И, ну, я тут сразу в лоб пошла, вообще, я не представилась даже, мне кажется, кто я. Просто говорю, а вы помните Фатхулу Исхакова? И тут он сразу вышел из этого своего оцепенения, такой... «Да, а что?» Я говорю, «Как вы живете с тем, что вы сделали?» Но я написал письмо, мне страшно. А вдруг он меня побьет? Вдруг он вообще меня убьет? Ведь я действительно испортил ему жизнь, искалечил. Как вернуть эти 13 лет жизни? Никак. Я не могу искупить вину. Но вы бы хотели, если была бы возможность, посмотреть ему в глаза, извиниться. И он сказал, я бы хотела этого больше всего на свете. Я говорю, едем в Уфу. Вот они приехали. Приехали. Встреча тяжелая была, конечно. Я без слезах не мог с ним. Я говорю, как тебя, блядь, я говорю, земля таскает. Такой, почему ты, я говорю, ты раньше не писал, я говорю, вот это все. Он говорит, вот вы уже пустил я домой, за столом вот сидели. Он говорит, я неоднократно обращался, говорит, правоохранительным органам прокуратуры. Говорит. Они говорят, это тебе нужен, говорит. Иди, меня прямо выгоняли, говорит, оттуда. Говорит. Никто не хотел слушать, говорит. Наиль действительно не понимал, что истек срок давности, что уже это его признание не будет иметь юридической силы для того, чтобы его посадить в тюрьму спустя 50 лет. Но они действительно пошли в полицию, и Наиль сказал, я хочу написать заявление. Вот я тогда не написал, не признался, но сейчас хочу, мне это надо. Диана говорит, он говорит, хочет Марьям просить прощения. Это Рахматуллин Марьям тоже говорит, хочет прощения. Ну, я говорю, пусть просит, я говорю, я тут при чем, я разве против? Он, ну, вы, говорит, как герой Фатхулла Батыровича, ты поедешь с нами? А почему нет? Я говорю, здоровье есть, я говорю, поедем. Вот я с ним поехал туда. То есть она действительно 50 лет не знала, кто ее на самом деле, кто испортил ей внешность, красоту. Шрамы у нее остались, они заметны. Вот мне кажется, что встреча, когда они встретились втроем, для них, для всех это была
эмоциональная точка в этой истории, и что Марьям для себя ее поставила. Она узнала настоящего преступника, она услышала от него извинения, она поняла, что сосед ее Фаткула не виновен, высказала все, что у нее было на сердце, и все. И бередить опять эти раны не хочется. Обратился ко мне Фаткула за помощью, на консультацию пришел, даже, по-моему, без звонка. В январе или феврале 2016 года. Месяц, наверное, у меня ушел на то, чтобы вот я изучил то, что он мне принес. Увидел перспективу, понял, что человек, скорее всего, невиновный. А для меня, как для адвоката в сфере уголовного права, очень интересно было всегда попробовать отменить какой-то старый приговор по вновь открывшимся обстоятельствам. Практики нет, а не должно так быть, что у нас вступившие в законную силу приговоры практически не пересматриваются. На тот момент, когда ко мне Фаткула обратился, на самом деле было сделано многое. Все лжесвидетели признались в том, что они оговорили Фаткулу. Была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая установила ошибочность того тяжести вреда здоровью, который был установлен в 1959 году. Надо было статью 142 переквалифицировать на 143 легкое телесное повреждение. Если дали бы 6 месяцев, или условно, а мне вот почти 20 лет дали. 15 в лагерях, а 5 лет в Башкирии не вернутся. Разницу чувствуете? Вот что они натворили. Кто-то очень старался. Правосудие, прокуроры. Насколько я понял, лжесвидетели писали по причине терзания совести. В разные годы, в разное время начали писать. Первый вообще написал буквально через 5 лет после приговора, то есть, по-моему, в 1964 году, когда сам служил в армии тот парень. Виновный, настоящий истинный преступник, да, как мы теперь считаем, обратился с явкой с повинной сам, то есть там никакого влияния Фаткулы не было. Протокол. Явка с повинной, Саид Баддалов Наиль Гареевич. Я лично любил девушку Рахмат Туллину Марьям. Безумно любил. Она дружила с гармонистом, с Галиуллиным Равилем. Это меня бесило до невозможности. Днем и ночью думал о ней. А я открыл проволокой дверь, зашел, топор оставил на полу. Смотрю, спят втроем. Сколько раз порезал лицо Марьям, не помню. Цель была испортить ей лицо, чтобы никто с ней не дружил. А сию зайтуну порезал по одному разу. В основном нас прессовал дать ложные показания участковый Шарафутдинов. Они нас вывезли в лес, в делянку, дали поперечную пилу, заставили вручную пилить лес, дали норму и кормили хлебом и водой. Мы не выдержали голода и комаров, и вынуждены были подписать ихний протокол, как будто видели Исхакова Фаткулу. 17.08.2012 год. Подпись Саид Батталов Наиль Гареевич. Осталось тут пробить стену. То есть то, что я делал за эти 7 лет, оно не связано с тем, что я доказательства собирал. Я здесь процессуальные препятствия с ним вместе мы вот устраняли, проходили. Прошли все суды, вплоть до Верховного суда России, которые нам сказали, что они не вправе отменять приговор по вновь открывшимся обстоятельствам без заключения прокурора. Дошли до Конституционного суда в связи с этим. Конституционный суд в нашу пользу решение в декабре 2021 года принял. Ну и вот еще полтора года ушло на то, чтобы вот состоялось наше вот это важное решение об оправдании. И вот только сейчас, в мае, все рассмотрелось, и к великому нашему счастью, не только отменили приговор, а сразу и приняли вот это решение о реабилитации. Я определяю судебной коллегии по уголовным делам 6-го кассационного суда общей юрисдикции от 18 июля 2022 года в порядке главы 49 ПК Российской Федерации отменить.
Уголовное преследование Искакова в данной части прекратить на основании пункта 1 части 1 статьи 27 УК Российской Федерации за непричастность к совершению преступления. То есть вот такие мытарства сопровождали всю нашу эту деятельность с Исхаковым эти годы. Я считаю, у нас очень много незаконных осужденных, очень много есть дел, где нужен пересмотр, где люди отчаялись, где люди не верят. А как можно изменить что-то, если ни во что не веришь, да? Пока нет веры и не будет успеха. Слепая вера, фанатизм на грани одержимости. Фаткула, он безусловно одержимый, он фанатичный. Я такой же, мои соратники такие же. Привет, здравствуйте. Баба. Привет, баба. Мы тут решение тебе получили. Ну, вот твое. Определение. Что? Бисмиллахи рахмани рахим. Да. Это долгожданный. Вон туда, чтобы не мешал, что неприлично будет. Дорогую документ умные люди вынесли, дошли до них. Спасибо им всем. Я целую. Сейчас сын честный, будет делать, да? Честной душой. Да, такое решение. Вот когда мои судьбы решили в Верховном суде Российской Федерации не сложным ситуации в государстве, я все это понимаю, уделили внимание, до тонкостей разбирались кропотливо, дошли до истины. Дорогой Фаткула, как я рада за вас. Ой, спасибо. Я звоню вас поздравить, Фаткула. Вы победили. Фаткула, ну вы сами как? Расскажите, как ваши эмоции от того, что вы все-таки вот реабилитировали наконец-таки? У меня никакой эмоции не было. Вот представьте себе. Не было эмоций? Никаких. Помните, что вы борец, и вы пример для многих. Вот мои 85 лет, собрались все близко мои, вот племянники, племянницы все, около 80 человек. Да, вот те, которые мы давно не видели, да. Как раз у него встретились мы в прошлом году. Да. Вот сейчас, сейчас опять повод есть, вот это ответить. Я за. Слава Богу, кто вот вынес вот это мои речения, вернули мое честное имя, свободу. Мои страдания поставили конец. Я его обнимаю, как ребенок. Я ждал его 64 года.